Всем привет, с вами Серега, это очередной выпуск «Упало с неба», и сегодня у нас такая вот посылочка с GearBest. Так, весит она примерно 1 килограмм и была оценена 8 центов. Какие, блин, 8 центов? Ну, не знаю, может, там китайцы что-то ошиблись. Так, давайте будем ее открывать и посмотрим, что же нам там пришло. Что тут у нас? Вот, я сразу вижу такую штуку. Это у нас, короче, такой вот небольшой ключ для скейтборда. У меня дома есть доска, я на ней периодически катаюсь, но ключа, чтобы подкрутить, у меня не было. Вот я решил себе заказать такой ключик, причем он там был довольно-таки дешевый и выглядит, в принципе, вполне неплохо. Идем дальше. Так, вот это тоже довольно интересный товар. Так, сейчас мы тут все откроем. Вот, смотрите, это у нас, короче, ложка-весы. Очень удобная штука, если вы, например, что-то небольшое готовите на кухне. Мне она по-любому пригодится. Здесь у нас имеется какая-то пародия солнечной батареи. Ну, может быть, она и функционирует. Все это питается от батарейки таблетки. Я ее вставил, и сейчас попробуем протестировать наши весы. Так, закрываем. Да, вот они у нас включились. Вот у нас сейчас показывает 0. Нажимаем, и вес у нас увеличивается. Вот такая вот штука будет очень полезна в хозяйстве. А вот это вот микрофон-петличка, который я так давно себе хотел заказать. Выглядит очень качественно. Микрофон от фирмы Boya. Так, у нас тут имеется шнур длиной, наверное. Я не знаю, сколько тут даже. Может, метров 5 или больше. И вот такой вот сам микрофончик. Я его, конечно, еще потом протестирую, но чтобы закрепить его на камеру, мне потребуется еще переходничок небольшой. Я думаю, такой микрофон-петличка очень подойдет для съемки на улице. Вытаскиваем следующий товар. Вот, смотрите, здесь у нас шприцы-ручки. Вот это вот все стоит 1 доллар. Я думал, мне отправить какую-нибудь одну штуку, а мне вот отправили, видите, сразу 4 ручки за 1 доллар всего лишь. Это весьма неплохо. Они у нас полностью функционируют. Так, давайте посмотрим, как они пишут. Нормально пишет, можно смело брать и заказывать. Вот такой вот комплект из 4 ручек шприцов всего лишь за 1 доллар. Здесь у нас, походу, очередные штаны. Я заказал такие вот военные бриджи из Китая. Посмотрим сейчас, как они у нас выглядят. Вот так вот это у нас все выглядит. Имеется даже бирка какой-то фирмы. Так, ну, выполнено довольно-таки неплохо. Материал качественный, ниток у нас практически нету. В общем, такие довольно неплохие военные штаны. Так, здесь у нас находится небольшая карта памяти на 32 гига, потому что моих карт памяти уже не хватает, и я решил себе докупить из Китая. Ну а заодно протестирую, стоит ли покупать карты памяти в Китае, или лучше просто взять в обычном магазине электроники. Так, что у нас тут еще осталось? Вот, тут у нас часики, обожаю я очень различные часы, и вот решил себе заказать еще одни такие вот в военном стиле. Во, смотрите, какие классные. Вот так вот оно у нас все выглядит. Я уже очень давно заказывал часики от этой фирмы. Вот они, и они у меня до сих пор работают. Я их постоянно ношу на руке. Иногда они подвергаются воздействию воды, но, как видите, с ними до сих пор все в порядке. Так что эта фирма заслуживает доверия. Вот так вот оно у нас будет на руке выглядеть. Так, ну и осталось у нас там, по-моему, последняя. Да, последняя посылочка. Вот, здесь у нас, короче, охлаждение для видеокарты ноутбука. Вот таким образом это все выглядит. Вот здесь у нас имеется довольно мощный кулер. Ставлю картиночку, как это все должно выглядеть, потому что мой ноутбук пока в ремонте, и я, к сожалению, не могу полностью протестировать эту штуку. Но могу подсоединить ее к пауэрбанку и проверить, работает ли она у нас вообще.
Да, отлично, наш кулер заработал, гудит, шумит, и отсюда идет довольно-таки приличный поток воздуха. Очень полезная штука, если видеокарта вашего ноута постоянно перегревается. Вот такие вот интересные посылочки нам сегодня пришли из Китая. Ссылки на все посылки, как всегда, в описании. Если вам что-то понравилось, заходите и заказывайте. А с вами был Серега Твердко. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем пока!